Я верю в космический разум, потому что справедливость – это такое большое понятие. И я предполагаю, что все-таки мы, люди, наверное, это не единственное, что существует. И, наверное, есть какие-то более еще высокие системы и точки отсчета. Во всех вариантах там существует какая-то дальнейшая субстанция, которая осмысляет все это. Не может существовать эта Вселенная в неосмысленном состоянии. Неосмысленная реальность не может существовать, но она не существует. Существует только осмысленная. Иначе как она может существовать вообще, висеть все это? Никто даже об этом не знает. Космический разум, возможно, где-то и существует. И я верю, что во Вселенной мы совершенно не одни. А насчет сигналов из космоса, то это, конечно, очень загадочная, интересная история. Это же пока только сигналы, правильно? Дай бог, чтобы это были только знаки какие-то, да, может, знаки к чему-то хорошему. Было бы глупо, наверное, считать, хотя ученые спорят над этим, не спорят. Вот это вот, я не говорю Солнечную систему, а галактика, да? Это даже уму непостижимо, это представить невозможно. И глупо было говорить, что мы такие единственные, неповторимые во всей этой Вселенной. Поэтому, мне кажется, где-то развивается наверняка жизнь. Может быть, такие же, мы же отправляли тоже какие-то импульсы туда, тоже, наверное, ищут собратьев. Я верю на 100%, что есть космический разум. Мне кажется, что это дело времени, когда мы его откроем, или он нас откроет. Точнее, я думаю, что этот разум нас уже давно открыл, но еще просто пока не проявил себя. Или проявил, но мы этого просто не знаем. Я верю совершенно точно в какой-то разум космический. Я думаю, что встреча с пришельцами рано или поздно нас все-таки ждет.